ты, Анники Полине Луки Ланоты, скажем еще вот так, напоследок, то, что у ребят еще все впереди, естественно, и они были пятыми в том году на чемпионате Европы. Сейчас они пока вслед за Керами стоят и обогнали нашу Катю Боброву и Диму Соловьева. Ну, ничего. В будущем поборемся. Ну, а сейчас более опытные представляющие Израиль Александра и Роман Зарецкие. Очень хороший у них был оригинальный танец вчера. Да, прибавили ребята в своем катании, прибавили характере, стали более взрослыми, повзрослели, что положительно сказывается на их катании. Но уверен, катание действительно, они очень хорошо выступили в дальнем танце. И у них произвольный танец, как продолжение оригинального. Там была Хава Нагила, а сейчас список Шиндлера, музыка Джона Уильямса. Продолжение той самой темы, начатой накануне. Зашлись. После программы «Список Шиндлера» Алены Савченко и Робина Золкового, конечно, брать эту музыку и брать этот сюжет достаточно рискованно, потому что та программа Инга Штойера, поставленная Инга Штойером, конечно, была шедевром. Но они рискнули. Ну, молодцы ребята, я хочу сказать, что справились. Эта программа
А, не только музыка, но и сама постановка была эмоционально исполнена в мире. И она заставляла думать, когда вы катались. А это дорого стоит, это значит программа полноценная, когда смотришь на фигуристов, и они о чем-то заставляют тебя думать, да, переживать, значит, программа трогает, значит, программа поставлена правильно. Я еще раз повторяю, что ребята повзрослели, и сейчас им стало по плечу вот именно такая музыка, они уже стали ее чувствовать. Это видно по исполнению. Ну и по сувениру, который... Да, по этому сувениру много видно. Но еще, знаете, Александр, тут вот к вашим словам хочется добавить то, что они не просто повзрослели, они вот сейчас стали кататься действительно для зрителей. И как они вот сейчас на поклонах, да, как они выглядели, как они даже на поклоне отдавали себя залу, это было видно. Да. Но это видно, но это видно по местам, они стали же попадать в десятку, в элиту, можно сказать, танцоров. Нет, ну как, они восьмые были в 2008 году, чемпионат Европы. Да, в прошлом году 11-е, в прошлом году 11-е вылетели. Уже в десятке, да, в десятке, поэтому это заставляет уже серьезно относиться к своим программам. Уже, можно сказать, они замахиваются, наверное, на призовое место, естественно, в пятерку попасть и так далее, и так далее. Поэтому программа становится все серьезнее, все более, более сказать, воспитанные, культурные программы. Да. Перешли этот возраст, когда просто они гнались за какими-то дорожками, поддержками и так далее. Сейчас они стараются уже осознанно кататься. Ну, во-первых, конечно, заслуга тренера и хореографа, конечно. Да. Ну и той команды, которая готовит их к чемпионатам. Поздравляем мы Галю, как ее все называют в фигурно-катательном мире, Галит Хайт. Да, много труда, конечно, она положила вот, на этих фигуристов. Она давно работает. Это видно. Ну, мы уже много раз рассказывали, что они родом из Минска, тренировали их, родители начали тренировать, но вот сейчас они в Нью-Джерси, в США, живут и там тренируются. Много у нас родственных дуэтов в танцах, и брат и сестра Байер, и Керы, и вот Зарецки. Ну что, 84-36, до лучшего результата не дотянули. И что это за сумма? Это сумма... А между прочим, они в произвольном танце набирают меньше, нежели Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев. У наших 84,9, у Зарецких 84-36. Мы поздравляем Катю с Димой, потому что они уже произвольным танцем... В произвольном танце они обогнали Зарецких. Это здорово. И вот сейчас еще хорошо бы вот этих украинцев.